Выиграешь. На, посмотрим сейчас. Если не сольют комусы сейчас. Пол его уровня вообще должны да, использовать. Сразу. Да. Господи, какой он уродливый. Ты чё, это секси? Секси малыш. Угу. А ты за маленького играешь? Угу. Я, кстати, один раз всего за маленького играл. Я всегда больше за мамку появляюсь. Я за мамку много раз играл, за большого. Ой, за мелких чё-то. Вообще за мелких не кидает меня. Один раз всё кинул, вот дед. Ну, не слышу, а тут прикольно, кайт. Нихуя, ебой, какие прикольные штуки летают. Чё, Сань, накурился, что ли? Вот этот, в этом городе кайтер. Ты чё, не, блядь, пират, как будто в этом городе, Сань? Не, в кайтере я был, а вот именно выходишь, когда отсюда. Летают, блядь. Что там летает? Там нихуя прикольные штуки. Смотри, сейчас экран включу. Бля, Сань, ну бля, давай без экрана. Давай, смотри. Я потом сам приду и посмотрю, отстань. Каждый раз меня сворачивать игру ради, чтобы посмотреть твою. Там, как ты там бегаешь. Типа, знаешь, таких больших медуз, только не плоские какие-то. Ты лучше этот, найди, где этот достижуха берется. Ну вот сейчас я бегу вверх, там надо бежать, да? Да. Ну если Дима... Прав, но я думал, прав, он географ. Ты географ? Видишь? Видишь, он это географ. Дай, Дим. Какой нахрен географ? Вы о чем, наркоманы? Как дела? Все нормально, Дим, все нормально. Я знаю, я кумус, значит, у меня автоматически все хорошо. Да, если ты, конечно, нет, там просто бывает кумусы сливают специально. Там просто сразу надо на тап нажимать и смотреть, с кем тебя кидает. А-а-а. Если кумус и простой человек один и тот же клан, то сольют. Ну, разве что. Не разве так и будет. Когда я был за людей, нам писал чувак, типа, за нас один кумус, ребят, не ссыте, выиграем. И мы выиграли. Так, походу это не сюда. Залезть как будто поебень хотел. Маня! Жесть, залипаю. Мань, ты тут? Запросто дальше сколько? 123 тысячи опыта дали. 1-2-3 медали опыта. Открыть зал железной орды. Ничего здесь. Орда, Сань, орда. Че за ворота? Ворота железного ордена. Пули. Че они подойти от меня? Саня, ты вот чисто, у тебя все красные квесты, да, прям выполнены или как? Нет. А, то есть ты вообще не выполнял? Нет. Я прям чисто, прям с первого, прям, то есть, прям, когда даются красные квесты, прям все выполняю. И остались два квеста всего. Мужик. Я думал, ты все выполнил. Нет, ничего нет. Чё ты не дохнешь, чё за читерство? Чувак, а он блокирует. Воу, хп, да какой? Я ему наношу урон. А, может, хилит его там хилер? Да нет. О, наконец-таки. Там, короче, нет. Просто делай хедшот, прыгай на него и потом дыши. И дыши на него. Ну это как, у тебя такие скиллы. Такие скиллы и вот. Вот, короче, и 100% убьешь чувака. Потому что стан, прям, он блокировать не сможет, все равно ничего. Что там еще раз надо сделать в этом задании? Найти этот, как, типа обрыв там, знаете, как он называется? Северная шара, сейчас скажу. Найдите перевал. Перевал это что значит? Типа, наверное, большие ворота, наверное, переход, нет? Нет. Или что-то сломанное должно быть? Перевал? Вообще это типа, блядь, как бы, не знаю, оазис типа того. Как же долго, сука, долго, долго.
Так, это явно не туда. Дима, ты уверен, что север наверху? По карте. По карте именно. Не, именно по карте, по игровой. Ну, блин, там же даже N написано, Норс. Север. Да ладно. На карте написано? В принципе, тут ничего не вращается. Нет, я именно на карту нажимаешь, когда. А, вообще тут не, ну, да, не вращается. А, ну да, так. На севере-востоке. Понял, Сань? Это значит, чуть левее выше или чуть выше правее? Да, меч себе, подожди, подожди. Блять. Как они так сильно дамажат, блядь? Чё за хурма? Просто, бля, примерно как это вообще должно быть выглядеть. Как я тебе сказал? Северо-запад, я сказал, еще? Да, вроде. Сейчас скажу, подожди. В севере-востоке. Значит, это правее, вроде бы. Смотри, правее. Бля. Хапа. Нихуя, Ломанов, тут заводы как будто какие-то, блядь. Что, заводы? Угу. Северный проход Кайпера вот тут я вижу. Мне же северный надо, да? Тебе да, северо-восточный, там я как он сказал. Блять, меня моб бьют, не могу посмотреть название. Когда моб ударяет, у меня сворачивается эта хрень. Сейчас, секунду. Так. Тебе нужно северо-востоке. А, северо-восток. Бля, я прошел, или сейчас он там до конца добегу. Короче, вверх-вправо беги. Вверх-вправо вот всё, бегу. Проход куда-то вот. Не знаю, это не знаю. Ну чё, Дим, как там? Побеждаете? Ну, я... вроде да. По времени прошло, правда, только. Главное, один выбить, а другой защищать, и всё. Красавчик. Короче, хуй знаю, я куда-то сюда прошел, тут ничего нету. А, все наши отобрали. Мы еще объявили битву гильдии. Мы объявили. А. В смысле, нет. Просто чуваки объявили кого-то. Это просто там мировая же объявление. Короче, это точно не сюда, походу. Может, никакого здесь кайтера, хуяйтера нету? Не знаю. Так, сейчас я к тебе сам подойду. Схожу сейчас, сдам квест Акумас. И к тебе приду, могу перескочить. Покорение что-то. Блять, меня в пати кинуло. Фак. Сори, Сань, я сейчас вынесу. Чё нахуй? В
Все 60-е, я, блядь, 58-й. Вы смеетесь, что ли? Мамку решили убить. С кристаллом. Непонятно, на гору что ли какую-то залезть надо. Ну да, это просто овен. Два кристалла на наших, мы тут разметаем их. Не знаю, как вообще кумусов можно убить. Можно, мы троих убивали сегодня. Спасибо, меня кикнули. Спасибо, ребят. Как вас ненавижу, команду на 60. Воровать. Я-то знаю, что тебе делать. У меня атлас еще будет около 20 дней. Если такое наступит, тогда да. Это же пиздец, это столько времени. А ты все достижения смотрела? Там просто есть достижения в Кайтере, что-то на юге, куда-то дойти, короче, получше питомца. Ну, я сейчас ищу это место в Кайтере, где это находится. Ну, блин, тут хотя бы бой интересно, они хоть пришли, мы тут деремся все вместе. Все против всех. Ну, на Европе, ой, Америке они тут. Кто знает, тут по горам как ебло лазер. Короче, будет прикольно, если это, короче, еще не юг. Или что там, куда там надо. Компас наебывает. Идешь, Мак?
Чё? Почему знал? Западные ворота. Вот западные ворота нашел. Это точно не то, да? Нормально, 300 тысяч опыта. Кинь, Макс, пати, что ли? Сейчас.